смотри примерно где-то. Две минуты примерно. Куда? По зубам хочешь ударить? Так ты под мышку ставь. Возьми за шею его. Ну ладно, делай так, как ты делаешь. Буга Михай будет бороться с Домбровским. Да. Домбровский Макс. Патру схваток. Патру. Что, боишься его? Дальше. Эй, что вы лежите там? Так, этот, как его пацан? Мате, поменялись второй номер. Второй номер! Эй, салаги, что вы не бросаете, глупые? Вас бросали, вы стоите, ждете, блин. Так. Вот номер Максим. Мунтян Каталин. Кто там у нас? Якобуц Андрей? Гриффа Николаевича. О, а у меня же остался вот этот парень. Вы сказали, что я буду с Домбровским. Сказал. Мате, ну вот что у вас за броски? У вас нет бросков. Как вы хотите бороться, блин? Три броска сделали за две минуты. Это у вас получается две минуты. Две минуты 60, 120. Это у вас получается 40 секунд на один бросок. Ну вы, конечно, красавцы, блин. Три броска сделать за отработку, блин. Как можно выигрывать, блин? Так, боремся стойки без падений. Просто разогреваемся, боремся. Приготовились. Это рандери. Это разогреваемся. Пошли. Кристиан, как тебя зовут? Влас. Влас Кристиан. Становись туда. Вот каждый спрашивает. Скажу. Боря Александр. Что, есть кто-то еще здесь?
Ты сколько весишь? Я? А он весит 50. 55. Эй! Он есть Денис СССР. Денис СССР будет тебе. А то ты крутой очень. Можно с ним? Долго ли продержишься? Так. Эти. Что ты держишь его за задницу? Блин. Так, вот, раз, два, три. Вот эти, раз, два, вот эти три, четыре. А вот этого с кем поставить? Это будет с Андреем. Эти, наверное, троем я поставлю. Вот этих, раз, два, три. А Андрей походится с ними. Четыре слова. Да. Да, Абай, Биг Домбровский, нет? Абай, борется с этим. Дай, у меня первая большая боль. Быстренько переодевайся, быстренько разогрейся. Вот два пацана. Вот как раз у меня соревнования. Может быть, с ними поборешься? Или ладно? Ладно, я подумаю. Так, Матэ, построились вот здесь. Вот здесь встали. Пока разогреется, пока все такое, все уже время не осталось. Им придется сидеть и ждать. Я бы с удовольствием. Можешь разогреться, давай. Я тут в конце, кстати, 15 минут, я дам еще поговорю. Так, значит, внимание сюда. Первая схватка, одночка, чемпионат республики. Вторая схватка, чемпионат Европы. Два очка. Третья схватка, чемпионат мира. Три очка. И самое главное соревнование за 4 года, это Олимпийские игры, 6 очков. Значит так, Саша будет бороться с Кристианом, 4 схватки. Ушли вот туда сели. Оставьте его в покое. Так, Домбровский Миша, 4 схватки, вон туда. Миша, вон туда. Миша, туда. Значит так, Миша, если ты будешь выигрывать в одни ворота, я тебе буду там одну руку отрывать. Или правую, или левую. С одной рукой будешь бороться. Так, Якобуц Андрей, а что ты не заправляешься? Вот сейчас уже надо заправиться. Якобуц Андрей будет бороться с Абавией Даниэлом, 4 схватки. Вон туда. Так, вы втроем. Раз, два, три. Вон туда садитесь. Вы по круговой системе. Значит, тебе. Ты идешь туда. Ты идешь туда и делаешь. Смотри, что делаешь. Флоте. Чензэч. Ку-ку-это. С колен. Стоп. Смотри, а вы вдвоем пересядьте туда. Посмотри, делаешь чинзэч флотель, а шизэч шипрет. Так, Даниэл, пока не борешься, идешь качаешься. Я? Да. Миша, пока не борешься, идешь качаешься. Вот тебе, Фабиана, дой боец, ты качаешься вместе с ними. Когда вас вызовут, вы уходите, становитесь, боретесь, опять идете, качаетесь. Значит, еще раз. Вам 100 отжиманий,
100 приседаний и 100 распресс. Но, делайте 10 так, 10 так, 10 так. Минута отдыха. Так. Здесь. Мальчики, судьи. Андрей. Денис. Так, Буга Домбровский. Бутер Мунтян Геска. Диплом от себя, я хочу диплом сегодня взять. Ты идешь туда, Денис, ты туда. Так, стоп, Андрей, это сюда. Ага. Так, Бутнай Максим Гыска. А ты пиццу имеешь, да? И Якобуц Абаби. Почти? Да. Вот, Якобуц Абаби. Тут Влас Воля и Буга Домбровский. Так. На ковер приглашается. Я точно, но по поясу нет. Вот дзюдо. Вот да. На ковер приглашается. Влас Боля. А если. Лупта дзюдо. Вазари, два вазари пон. Так, сюда приглашается. А что вы стоите? Вперед пошли качаться. Приглашается Мунтян Гыска. Так, одну секундочку. Я включаю.